Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем говорить с пастором Раджи Сцилоном. Сегодня он расскажет о том, что Бог начал делать сразу же после того, как он покаялся. В тех чудесах, знамениях, о откровениях, о том, как он искал лица Бога. Когда ЗИД места не было, и посольство Божьей Церкви меня не давали в офисе ЗИД, подрешали меня. Это было мне большое помог. И каждое время, меня, когда финанс не было, я молился, Бог меня чудо показал. Когда еду много получил, люди, друзья, пришли, меня много давать начинал. А я потом молился, Господи, я никогда я без работы я так не сделал. Мне стыдно. А я хочу работать. Тогда Бог меня был там, беру чайная компания одна. И Бог меня там давал работу. Чай продавал весь город. Мешок, сумку висел чай и ходил весь город. И силонский чай. Я сам силон. И поэтому люди очень купили. И 10% меня платили. А у меня было это время, когда с 4 утра я стою, до 7 часов я молюсь, 3 часа. И когда чайная компания сказала, утром приходи, и бери чай и продавай, 4 вечера, на сад принеси и отдай отчет. А я смотрю, делать чай, продавать работу, весь день я трачу много. А я молился, Господи, я не так не хочу, только я не работаю, я хочу Тебя искать. И поэтому я пошел чайной компанией, я разговаривал, я сказал, дайте мне на неделю чай. Я продаю, в конце недели, в пятницу я приду и отчет даю вам. Они были заголосы. И потом я так чай взял и поставил дома. И 4 до 7 часов я молюсь 3 часа. Взял чай и поехал в город продавать. 2 часа или 1 час или 2 часа я уже продаю, все заканчиваю чай. Это было чудо. Я стою, Господи, Дусуда, скажи, куда мне ходить. И стою. И Дусуда, куда меня послали, я пошел туда. И без сумки я одна место продавал. Вот так вот был. И прибыль была много меня. И самым хорошим работником я стал в чайной компании. И меня называли на временно работником, читали меня. Потому что постоянно я не работаю, вот так вот читали. Но в конце недели, когда смотрели, сколько работал, больше всех я работал. Больше всех я зарабатывал. И все спросили, Раджи, как ты работаешь? И какой-то тайна, что это тайна и так далее. Я это тайный Бог и я. И я молюсь всегда 3 часа Богу. Самое главное, духовную сторону я меня поставил. Поэтому физически благословение Бог меня уже добавил. Вот так вот Бог меня много благословил. Я видел, Бог постоянно со мной работает.